Энергия, море, солнце, долголетие, веселье, праздник – все это грани города-курорта, которые сами знакомились с отдыхающими, соревнуясь в праве быть главной. А вот красота, уверенная в себе. Лишь я могу украсить эти игры. Не стоит больше думать ни о ком. Ну как можно выбирать из тех, кто ничего не смыслит в красоте? Каждая из граней придумала по заданию. За исполнение полагались призы. Красота настаивала на конкурсе нарядов из подручных материалов. Как поясняет Ольга Бородина, нарядили в нимфу, в результате она получила приз. Сертификат, видимо, на бесплатное посещение экскурсии, конные прогулки. Я очень этого хотела, и удача улыбнулась мне. На прогулку Ольга поедет с отцом. Они приехали из Норильска. Город расположен за полярным кругом и является самым северным в мире с населением более 150 тысяч человек. Она встретила меня очень дружелюбно и тепло. Тут-то тепло согрелись и душой, и телом. Ольга с отцом проведут в Анапе все лето, как и Вера Говорова с Викой и Аленой. На специальной стене они пишут название родного города – Новоуральск, который расположен в Свердловской области. Нам нравится. Мы уже 4-й год ездим. Мероприятия вот эти красиво же проходят, весело. При этом пришли сюда, чтобы посмотреть, поглядеть, как проходит. Ну что, море, самое главное, тепло. Ожидается, что в этом году Анапу посетят более 3,5 миллионов туристов.